Короче, всем привет. Мы приехали в гости. Вот. Я вам сейчас покажу, значит, бедную, нищую Россию. Как там включается свет? Значит, так. Смотрите, что я вам покажу. Ну, это вот нехватка унитазов. Мы просто с Алексеем Валерьевичем связывались. Он нам из запорожского направления вот людям привез. Вот так вот. Бедная, нищая Россия, да? Китюня шикарная. Шикарная китюня там. Да? Вот еще одна китюня, смотри. Китюха, а вот какой красавчик. Ты красавчик? Да. А кто-то вон у нас уже корм тырит, да? Да, кто-то уже тырит корм. Вот так вот. Ну я же не могла по-другому. Как же еще? Смотри. Смотри, какое царствие, смотри. Сколько животных. Вот. Я хочу там одной дичи. Не буду ее пиарить. Сказать, запомните, если вас люди в гости ждут, вас примут и с детьми, и с животными. А если вы никому не нужны, то к вам не приходят даже здороваться одноклассники. Поэтому учитесь дружить. Учитесь дружить, люди. Кити мамина девочка. Кити мамина девочка, да? Какие красавчики. Собака гавкает, коты в шоке. Ну, красавцы, какие шикарные. Это тот случай, когда котов боишься больше, чем собаку. Рия. Коты в шоке. Рия гоняет всех. Оп, оп, смотри. Хозяева жизни. Дурдом. Мамина. Чуть моя сладкая. Хороший вечер всем, друзья. Может быть, позже выйду в эфир. Посмотрим, как будет настроение.